каком-то неприятном положении нахожусь. Так это мы в зоопарке получается. Черт возьми. Ребятушки, козлятушки, ваша няня пришла. Не убегай от меня, малышок. Иди сюда! Что-то случилось на это Рождество не очень хорошее. Мишки, любимые, добрые, хорошие мишки, превратились в злых на это Рождество. Прямо сейчас, друзья, мы с вами поиграем в Teddy Roblox. И, внимание, я хочу зайти в магазин и здесь прикупить необыкновенного мишку эльфа. Это новогоднее обновление Teddy Bear, поэтому давайте же прямо сейчас его попробуем купить. Хотя, подождите, а зачем нам эльф? Вот он, эльф. У нас же есть Санта-мишка. Вот кого мы купим. Да, у меня тем более хватает 100 пазлов, у меня 130 пазлов, поэтому давай покупаем. Так, у нас ровно 5 минут, найти ключи эскейп. А чё, я играю за ребенка? Смотри, я какой-то плачущий ребенок. Я в каком-то неприятном положении нахожусь, и я вижу уже мишку. Это не мышка, это мишка, господи. Так, давай быстрее сюда. Утекаем, ребята, утекаем. Так, кого-то он там прибил. Ну, там мишка-панда, кстати, по-моему. Он пошел туда, а я пошел сюда. Господи, так неожиданно быстро появилась карта, что я даже не знаю, куда бежать. Что сюда нужно? Так, вот здесь открываем. Как же тут все темно-то? Закрывай эту дверь. Да закрывай же эти. Кого-то там мучают. Ау! Ага, вот этот мишка, смотри, он за нами охотится. Вот он на плакате. Это мишка-панда. У меня в руках какой-то розовый ключ. Блин, здесь ужасно темно. Ой, эта дверь открыта, ништяк. Так, вот здесь нужен синий ключ, а у меня его нет. У меня в руках какой-то оранжевый ключ. Чувак, здорово, ты тоже напуганный? Елка, Новый год, вроде бы, казалось бы. Опа, убитенький лежит, здорово. Так, а это что у нас? Это не сюда? Нет, не сюда. What the? Пингвины? Здорово, пингвины. А, он сюда идет. You crazy! Куда этот ключ вставлять? Я даже не знаю. Жираф, о! Так это мы в зоопарке, получается. Блин, да ё-моё, ничего не подходит. Я взял молоток в руки. Нафига он мне нужен, даже не знаю. Жирафа. Жирафа млекопитающие. Они могут ходить 10 минут после рождения. Взрослый такой же рост, как и мужчины 3. Они могут чистить уши языком. Офигеть, какой у них язык? Чё, серьезно, жираф? О, здорово! Здорово, привет, приятель! Я пришел в зоопарк посмотреть на тебя, но что-то стало не так, и ты стал какой-то неприятный. Давай ты будешь приятный, а мы будем дружить. Пожалуйста, не догоняй меня. Я не играю с тобой догонялки больше. Слышишь? Ну, я сейчас прячу сундук. Все, закрылся. Щет. Такое ощущение, что он жука раздавил. Что это за место? Мне нужно получить... Что? Мне нужно домой. Что это было? Бегите отсюда, бегите, найти ключи и убежать, пока не стало слишком поздно. Здесь у нас синий замок. У нас ровно 8 минут. Смотри, какие мы интересные, мы напуганные. Это Рождество, новогоднее вроде все, казалось бы. Шли-шли, заблудились в лесу. И при этом нам нужно как-то попытаться сбежать отсюда. Здесь красный. Черт возьми! Как? Фу! Как вообще так получилось? Я чуть штаны не наложил. Вот реально, блин. Я буду сейчас тем самым Тедди Сантой, прикиньте. Не зря я сегодня шапочку эту одел. Ну что, повеселимся, поржем немножко. Так, я в роли Тедди, я в роли Санта Тедди. О, офигеть, какое кровавое медведище. А чё у меня весь экран такой красный, как будто я уже кого-то поймал. Так, чувак, я знаю, ты сюда бежишь. Чё мне с тобой сделать? В смысле? Лови его. А чё я не ловлю его, ребята? Чё за нафиг? Санта, ты чё? Очнись. Я не могу понять, я их не ловлю. Кстати, здесь уже прикольно то, что елка наряжена. Смотри, у них тут реально... О, чувак ползет. Все, завалили мы тебя, прости, братан. Меня переместило куда-то на другую локацию. Ну, пойдем сюда. Так, тут ключ. Я его не могу брать, я же за Тедди играю сегодня. Ребятушки, козлятушки, ваша няня пришла. Вам...
когтевую лапу принесла. Ну где же вы, ребятушки? Ага, я вижу тебя. Кажется, ты здесь. Не убегай от меня, малышок. А, ты пошел через эту трубу? Ну ничего страшного, я и здесь тебя поймаю. Иди сюда, мелкая ты создание. Я тут Мишка Санта пришел поздравить тебя. Ах, вот он ты где. Да ты маленький зверюга, а ну-ка иди сюда. Мишка сейчас рассердится. Нельзя Мишку злить. Ох ты маленький засранчик, а ну-ка иди сюда. Я что, долго буду за тобой бегать? Мишка кушать хочет, не надо прыгать, бегать. Вот так вот, все, спать пора, до свидания. Уложил Мишка его спать. Пел ему Мишка колыбельную. Так, кто еще остался? 2 минуты. Здорово. Даровчик. Ну все. Я просто вот, понимаете, вот на изи с ними справился. Просто на изи. 3 там всего лишь было, правда, участников. Ну и с 3 я буквально за 2 минуты... Нормально, на ура. Но теперь я поиграю в роли убегающего от Мишки. Это детский сад. В детском садике вечеринка, праздник, Новый год. Пришел Санта поздравить. Санта, кстати, был... Ну что это, ребенок какой-то заплаксованный весь, бедняга. Так, тут Мишка проснулся. Ну давайте, ребята, что-то не задогался, или как сказать-то, господи, Новый год. Нужна лопата, там, по-моему, синий ключ. Пойдем сюда. Так, что тут у нас? Есть у нас желтый ключ. Вон он, Мишка. Он идет сюда. Ах ты, блин, боже ты мой! Открываю ключик. Давай быстрей. Лопату берем, идем сюда обратно. Нам она нужна для того, чтобы вот здесь копать. Есть, зеленый ключик берем. Ой. Ах ты боги! Пошел отсюда! Зверина! Вот сюда ключ вставляй. Быстрее, нет, не вставляется, это не он. Вот сюда. Есть. Он там теперь будет ходить, бродить. Берем быстрее сундук. Зеленый ключ. Он идет за мной. Черный ключ. Отлично. Блин, надо попытаться его как-то обмануть. Ах, камон, ну только как? Да не справишься ты, понимаешь? Давай, иди так. Я сейчас здесь уже пройду. Сейчас клавиатуру это буду бить. Я был так близок к победе. Ах, попытка не пытка. Ни, к сожалению, не проканала, ребята, в этот раз. Ладно, друзья мои, всех вас с наступающим Новым годом. Счастья, здоровья и, конечно же, куча подарков на НГ. Всем удачи, всем пока.